Привет, мои куколки, красотки, красавицы, ну и, конечно же, красавцы, куда же без вас. Меня зовут Алена, и я очень рада видеть именно тебя на своем канале. В сегодняшнем видео у нас с вами по традиции крутая бюджетная косметика. И если вас интересует данная тема и вы любите подобного рода ролики, то обязательно оставайтесь. Давайте возьмем мой большой пакет. В общем, и приступим. Первое, с чего я вам хочу начать и показать, это средство от Эльсеф. В одном из предыдущих влогов показывала вам. Это серия, по-моему, роскошь 6 масел, да? Ну, в общем, как-то так. Я взяла в Магнит Косметик. Общая сумма вот этих вот трех продуктов, которые я вам сейчас буду показывать, то есть это шампунь, бальзам и маска, у меня составила 900 рублей, чтобы вы понимали, где-то плюс-минус по 300 рублей за позицию. В общем, начнем давайте с шампуня. Многие девчонки мне написали о том, что этот шампунь очень утяжеляет. На самом деле это правда, но тут есть два нюанса. Во-первых, это шампунь только для сухих, убитых волос. Это раз. Во-вторых, он подходит только для сухой кожи головы. Если вы обладательница жирного типа кожи головы или у вас волосы сухие, но не убитые в хлам, вам будет утяжелять. Если у вас очень сухой волос, то вам хорошо. Это такое вот мягкое, деликатное очищение на регулярной основе. Не спутывает волосы, хорошо их очищает, волосы свежие, но при этом он не промывает волосы до скрипа. Если вы искали подобного рода шампунь, то вот этот вот не вымывает волосы до скрипа. Имейте в виду. Мне он, кстати говоря, понравился, потому что у меня сухой волос. Дальше у нас, ну, по порядку будем. Дальше мы наносим маску. Маска вот такая. Роскошь кокосовым маслом. Многофункциональная маска. Уход 5 в 1. Я так поняла, что 5 в 1 это типа гладкость, глянцевый блеск и так далее. Это не 5 способов применения. Вот так вот она выглядит внутри. Аромат такой вот химического кокоса. Знаете, как бальзамы для губ делают с кокосом. Что-то похожее на это. По поводу эффекта. Значит, я ее наносила очень густо на свои волосы, прогревала. И она мне понравилась. Она действительно делает такой вот, знаете, весь этот уход. Это силиконовая бомба для волос. Для придания волосам гладкости, мягкости, легкого расчесывания и т.д. и т.п. Вот как раз-таки для этих целей эта маска очень подходит. Она действительно напитывает силиконами, естественно. Напитывает, дарит гладкость. Все чешуйки выравниваются. Очень хорошая маска. Если у вас не супер сухие волосы и при этом у вас тонкий волос, то вам будет, естественно, утяжелять. И бальзамом это все дело закрываем. Он, кстати, легкий, в отличие от маски, естественно. Питательный бальзам, блеск, шелковистость, мягкость без утяжеления. Для волос, нуждающихся в питании. Это действительно правда. Очень хороший такой вот бальзам. Он, во-первых, очень хорошо сглаживает. Он очень густой, приятный. В общем, весь этот уход подойдет для сухача, девчонки. Вот присмотритесь, если у вас очень сухой волос, вам это понравится. Плюс еще по 300 рублей, считаю, за позицию отлично. Дальше что покажу еще. У меня есть продукт для волос. И дальше у нас пойдет продукция Avon. В общем, мне понравился вот этот вот праймер от Планеты Органики. Это тоже новинка в Магнит Косметик. Восстанавливающий праймер для волос 5 в 1. Вытяжка семян плодов какао, растительный кератин, пантенол, масло бразильского ореха. Так, вытяжка семян плодов. Ну, в общем-то, по составу у нас идет на третьем месте органическая вытяжка семян плодов какао. Бразильский орех, пантенол, растительный кератин. Чем она мне понравилась? Для кудрявого метода. Если вы хотите такие локоны, вот, ну, как у меня очень кучерявые волосы, даже вам и не покажу. Я, в общем, делала с помощью этого спрея их. То есть я когда сняла полотенце, у меня чересчур много влаги ушло в полотенец, я его передержала на своих волосах, и мне нужно было увлажнить. Я использовала этот праймер, и он хорошо увлажнил, смягчил, и можно было сформировать локон. Так что имейте в виду, спрей очень годный. Если вы обладательница натуральных волос, если вы любите натуральный уход, этот спрей не содержит силикона, стоит 200 рублей, Магнит Косметик, это новинка. Очень хорошая вещь. Так, дальше, что у нас тут еще есть? Давайте начнем с декоративной косметики.
У Avon просто бомбические продукты я заказала. Во-первых, мне безумно понравилась вот эта вот крем-пудра для лица. Я ее сегодня наносила, она очень хорошо смотрится, при этом я лицо не припудривала, и оно натурально выглядит. Не подойдет для сухого типа кожи, подойдет для жирного и комбинированного. Но опять же, если у вас есть шелушинки, еще что-то, то вам это все дело подчеркнет. Это как минус. А так, пудра наишикарнейшая, крем-пудра точнее. Выглядит как кушон, мы с вами ее тестировали во влоге, выглядит как кушон корейский. Ну, то есть, вот так вот. Такой вот крем. Видите, очень плотный, как консилер. Тут у нас идет губка, губка в стирке, потому что я использовала этот кушен, так скажем, обозовем его так, крем-пудру. Я читала ваши отзывы, многие девчонки писали, что это действительно очень крутая вещь. Просто был ребрендинг, до этого она была уже. Ну и как бы окей. 18 часов, у них еще Power Stay есть тональная основа, тоже что-то там 18 или 16 часов, вот тоже обалденная. Кстати говоря, ссылочку на регистрацию в команду Avon я вам оставлю в описании. Пройдете, зарегистрируйтесь и будете заказывать продукты для себя, как это делаю я. Там у вас будет консультант Юля, я ее очень люблю на самом деле, я люблю, обожаю, уважаю. В общем, мы с ней уже очень давно общаемся, очень давно развиваем тему Avon. В плане, она мне советует какие-то новинки, я их пробую, потом говорю, класс, не класс и так далее. Если вы пройдете, зарегистрируете свою команду, вы спокойно сможете заказывать без проблем. Тем более, Юлия всегда вам поможет, подскажет, расскажет. И вплоть до того, что если у вас есть проблемы с оформлением заказа, она за вас это все сделает. Поэтому проходите, регистрируйтесь. В общем, пудра классная. И румяна у меня. А где? Куда я делаю? Да, белая румяна. Извините, между ног упали. В общем, это румяна в стике. Они чем-то похожи на тинты, на тот цвет губ, который у меня сейчас находится на губах. Они очень яркие в стике. Можно их наслаивать, можно использовать в качестве помады. Универсальный продукт подойдет для любителей таких вот легких текстур. Очень хорошо вытушевывается, можно в ноль растушевать, как хотите. Тут достаточно много продукта. Сейчас покажу. Вот, видите, сколько его? Это достаточно для такого маленького стика. Ну и хватит вам его надолго. Сейчас лето, яркие цвета, такие сочные, красивые. Почему бы и не да? Классно. Так, и при этом он не пятнит, не сушит, он не уходит в течение дня с лица. Я его прям обожаю. Дальше, следующий продукт спорный, который я вам покажу, но если вы, как вам правильно сказать, у вас возрастная сухая кожа, вам это очень подойдет. Я давала попробовать бабушке, она, по-моему, 2 или 3 раза попробовала и сказала, что это супер продукт. Это увлажняющая сыворотка, новинка от Inyou, увлажнение упругость, сыворотка концентрат с кислотами, комплекс гиалуроновой кислоты. Так, увлажнение, упругость, способ применения, вот эти вкладыши. В общем, это очень густая субстанция. Во-первых, в стекле это сыворотка идет. И, кстати, в каталоге было так, что если вы заказываете эту сыворотку, то 3 аромата, вам сейчас их следующие покажу, 3 аромата за, по-моему, 1 рубль, что ли, что-то такое. Ну, в общем, не помню, что очень выгодно выходило. 1 аромат стоит по 400 рублей. В общем, вернемся к сыворотке. Это такая вот густая гелевая консистенция. При этом она вот тянется. Видите, как она тянется? Это гиалурон. Если вы обладаете жирной кожей, вам это не подойдет, вам это закупорит поры. Но если у вас сухая возрастная, присмотритесь, очень хорошо увлажняет, быстро впитывается. И прям такое ощущение, что вода, лицо выпило стакан воды. Вот так мне бабушка сказала. Ей очень зашло, поэтому тут для каждого типа кожи свой продукт. Я включила эту подборку, потому что я знаю, что у моих зрительниц сухая есть тип кожи сухой, есть девчонки, у которых сухой тип кожи, поэтому как бы включила. И плюс еще очень хорошо выравнивает, то есть как база под макияж. Вот я нанесла, я не знаю, видите вы разницу или нет. Она какая-то гладкая рука стала. В общем, хорошая сыворотка для сухой кожи. Дальше у нас 3 аромата. Вот эти ароматы на самом деле мне понравились. Мне они зашли. Итка де Санс Солиил. Солиил.
Как-то вот так вот. Ну, это новый парфюм. Вот такой вот Инка де Санс. Они вот так вот выглядят. Очень, кстати, удобный формат брать с собой. Там дорогу, вот тут, неважно. Так, ты куда улетел? Он, там писали, что на Жадо какой-то аромат похож. Нет, ни на один аромат не похож на Жадо. Это такой вот цитрусово-цветочная душка. Держатся они в среднем около 4 часов. Не прям суперстойкие. Ну да, правильно я сказала. Цитрусово-цветочный аромат. Вот этот вот Инка де Санс. Дальше у нас следующий. Today, Tomorrow, Always. The Moment. Я освежаю свою память. Цветочно-древесный аромат. Вот именно вот Инка де Санс The Moments. Вот это первые ноты. Потом он раскроется более легкий, и он подойдет на весну вполне себе. И самый такой вот интересный восточный, это Fireway Сплидория, вроде как-то вот так называется. Так, он у нас очень похож на аромат Tether Collection. Да, я же сказала, это такой унисекс с перчинкой. Из древесной ноты. То есть он такой вот интересно восточно-древесный унисекс. По 4 часа все держится. Я бы даже такой на зиму бы взяла. Так, и последний, мой самый любимый фаворитище на весну предстоящую. Уже как бы весна, лето, в общем. Это прекрасные моменты гель для душа, который, вот посмотрите, сколько я его израсходовала. Это просто пушка-бомба-ракета, я их обожаю. Я хочу себе просто сразу батарею взять. Прекрасные моменты, крем-гель для душа с ароматом розового пиона и магнолии. Девочки, вот как у нас в свое время прогремел домашний очаг, так и прогремит вот этот. Балдеж, просто балдеж, отвал башки. Приятный, парфюмерный, легкий, цветочно пудровый аромат, а вот спрей, вот это из мартовского каталога, который я заказывала, в общем, заказ у меня был мартовский, это вообще отдельная история, он отличается кардинально от тех спреев, которые я брала раньше, кроме домашнего очага. Почему? Потому что спрей Avon в основном содержит спирт. И когда ты его наносишь на тело, первое, что бьет в нос, это спирт, а во-вторых, сушит кожу. Тут нет, тут сразу идет вот эта приятная цветочная отдушка пудровая просто. Я извиняюсь. Это так приятно. Она какая-то прям кремовая. Супер. В сочетании с гелем для душа. Бомба, девчонки. Если вы еще не знакомы с Avon, или вы уже давно подзабыли, что и как, начните знакомство вот с этих продуктов. Если вы любите то описание, которое я вам сказала, вам 100% понравится. Вот и все, мои куколки. Вот такой был видеоролик с крутой бюджетной косметикой. Я надеюсь, он был для вас интересен и полезен. Если же это так, то обязательно поставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, если не делали этого раньше. Жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, смотреть их первыми. Я с вами прощаюсь. До скорой встречи. Целую в плечи. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice.